Всем привет! В этом видео мы разберем ошибку «Вы слишком часто пользуетесь нашими услугами в TikTok». Как ее решить и что с ней делать? Данная ошибка может вылезать у вас при входе в аккаунт, так и при регистрации нового аккаунта. Все выделяют две основных причины, по которым вылезает данная ошибка. Способы решения данной проблемы подойдут как и для андроидов, так и для iOS, так и если вы пользуетесь TikTok через эмулятор Android на компьютере. Обязательно досмотрите это видео до конца, чтобы у вас в конце не оставалось вопросов. Также поставьте лайк под этим видео и подпишитесь на канал. Первое мнение, почему вылезает эта ошибка, вы пользуетесь частным DNS сервером или используете VPN. Если вы используете VPN, то скорее всего это приложение, то его нужно будет отключить. То есть если вы VPN пользуетесь, вы про это знаете. Вот, то есть вы можете отключить. А DNS сервер немножко по-другому. Вы где-то, может, нашли какой-то лайфхак, включили его и вообще забыли, что это такое. Давайте перейдем в настройки, я покажу, как это дело все отключить. Переходим в настройки. У меня телефон Xiaomi, ну, в принципе, суть будет такая же. Просто, возможно, это, этот параметр находится на другой кнопке. Вот, мне надо нажать подключение и общий доступ. Вот, выбираем частный DNS сервер и видим, что у меня включен частный DNS сервер. Его нужно отключить и сохранить параметр. Далее пробуем войти в TikTok. Если такой способ не помог, то идем обратно в настройки. Идем в приложение. Все приложения. Здесь мы ищем в поиске TikTok. Вот. Он. И нам нужно будет очистить полностью все данные. Только обязательно перед этим запомните все логины и пароли от аккаунтов, которые вы входите в TikTok. Переходим в память. И нажимаем кнопку очистить. Вот. И очищаем полностью все данные. И пробуем опять зайти. Если ошибка опять вылезает, то уже попробуйте переустановить TikTok. Вот, то есть удаляем, заходим в Play Market, здесь ищем TikTok. Вы можете скачать как и обычную версию TikTok, так и версию Lite. Она находится чуть ниже, вот в графе вам также могут понравиться. Это тоже официальное приложение TikTok, только немножко с вырезанными функциями. Например, стримов там нет. Вот. Можете попробовать его установить, также попробовать войти или зарегистрировать новый аккаунт. Если такие способы не помогают, значит переходим ко второму варианту решения этой проблемы. Вторая причина, почему у вас может сложиться такая ситуация, то что вы не можете войти в ТикТок, это какие-то действия, похожие на спам. Например, вы часто входите и выходите с, э, с разных страничек, создаете множество аккаунтов. Либо просто вы занимаетесь, так сказать, взаимопиаром, то есть подписываетесь на множество профилей, лайкаете ролики, которые вам в принципе не интересны, пишите кучу комментариев. И такие действия ТикТок расценивает как спам. Если вы чем-то похожим занимались, то особо можете не переживать. Обычно такая ошибка проходит где-то через 2-3 дня. Вот если вы больше не будете ничего там, не спамить ничего, как-то там избегать вот этой ошибки, просто подождите несколько дней, и данная ошибка пройдет. Просто TikTok настолько умная система, что она запоминает ваш IP-адрес, MAC-адрес он индивидуален для каждого устройства. То есть, если что-то происходит подобное, то TikTok банит, так сказать, по железу. Вот. То есть, ваш смартфон или компьютер будет полностью забанен, если вы будете дальше продолжать это делать и так далее. Могут забанить вообще навсегда. Но, скорее всего, это временная блокировка, но она именно по железу. То есть, с этого телефона вы, скорее всего, не зайдете в TikTok в ближайшие пару дней. Если вы возьмете другой телефон или другой компьютер, то, возможно, у вас это получится. Также можете попробовать зайти через браузер, потому что часто выскакивают ошибки в приложении, а через браузер все работает нормально. То есть пробуйте, ничего критичного в этом нету. Во втором случае, еще раз повторюсь, вам нужно будет просто подождать несколько дней. Вот. На этом у меня все. Если у вас остались какие-либо вопросы, обязательно задавайте их в комментарии под этим видео. А если вам также просто понравилось это видео, напишите под ним любые комментарии, я обычно отвечаю на все комментарии по возможности. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока!